Рад приветствовать вас, дорогие друзья. Сегодня будет довольно-таки важная битва. Сегодня скифы поставят точку над существованием этих коварных римлян. Ну, или, по крайней мере, постараются поставить точку. Ну, я в этом ничуть не сомневаюсь. Так, я уже смотрю, враги потихоньку подходят. С разных сторон, но так как здесь в основном, опять же... У нас здесь гарнизонные армии, да? Так, есть смысл... Подождать, пока придет просто-напросто приплывет флот, потому что... мне намного легче расправиться сейчас с флотом, да? Пока они еще не высадились. Так. Давайте пока подождем их. Так, ну а в случае чего, я сейчас смотрю, ребятки уже тут воссоединяются, да? Тут у нас плеб, собственно говоря, Гай Публикола. Банкола. Так, что у нас тут еще? Плебс. Вигильчики, застрельчики. Ну, обычный джентльменский набор. Ладно, мы подождем тех укурков, собственно говоря, у берега. Даже чуть-чуть поближе подойдем. Так, подраненных я уведу. Так, дайте вот вы поближе еще, ребятки. Попытайтесь их сейчас обстреливать. Так, насчет пехоты. Ладно, пока тут стоим. Так, подтяну сейчас своих еще вот сюда. Да, жаль, у нас просто доспешники, да? То есть, блин, тут бы сейчас наши боевые бабенки бы уже, наверное, обстреливали. А этих приходится... Ну, не достреливают, к сожалению. О! Ну вот, пусть левисов обстреливают. Так, я сейчас ухожу, конечно же, подальше. Так, эти ребятки, сухопутные крысы, объединились сейчас в одну армию, ждут, да? Те ж бедные не знают, куда высадиться. Так, отлично, пришла еще парочка. Ладно, в принципе, не будем их мучить, пусть высаживаются, а то они так сейчас и будут мучиться здесь, искать место. Так, кто там еще? Давайте все на место. Давайте, высаживаемся. Не стесняемся, ребят, не стесняемся. Мы вас ждем уже. Нас уже ждем в гости, там, погребы и все в этом духе. Так, все. Высаживаются парни потихоньку. Нормуль. Так, ну эти ребятки отходят. Ну и сразу хорсманов, да и сразу на них рашуем. Armored horse archers! The gods guide our shot!
Сделаем быстрый зарграш, твою мать. Так, обстрелим вот этих вот милых созданий. Так, все, отходим. Тут уже наши займут. На красоту же, да? Так, а те сухопутные аши стоят. Бедные. Так, щитоносцы. Ага. Ну, давайте по тем вообще тяжелым выстрелам мочить тогда. Так, кто тут еще? Вот вы, сударя, вы... Так, ну мы вас сейчас шапками закидаем, в принципе, ничего страшного. 15, отлично. Ой, блин. Эх, все, минус один отряд, короче. К сожалению, это получилось случайно, я не думал, что до этого дойдет. Так, левисы, все, опять левисы везде. Так, ну что, готовимся к уничтожению сухопутных крыс тогда, да? Так, здесь все. Так, шикарно. Это у нас кто? Это у нас... Публий, господи, Публий. Что ты тут забыл, Публий? Наверное, разведут обстановку, да? Плебс, да, то есть тут всего лишь два отряда, да? Пока подождем, стреляем пока по ним. Так, кто там остался еще? Вы, ребятки. Так, ну что, пусть пехи приходят. Левисов добивать. Подальше, ребятки, подальше. Так, давайте теперь вот сюда переходим. Здесь еще наши подождут вот этих вот наемных. Кто тут у нас? Наемные. А, еще одни копейщики-щитоносцы. Ну, отлично. В принципе, шмаляйте, ребят, шмаляйте. Так, сейчас пусть у нас пехота отрабатывает. Наемники отрабатывают свою деньгу. Так, а мы сейчас захерачим сзади своими. Опять же, выстреливаем, кого тут у нас. Плебс уже пошел. Давай. Так, а ты сейчас обойдешь, короче. Нет, на левисов мочим. Так, затем, сейчас мы обходим с тылу. Так, что у нас здесь? Какая у нас здесь обстановочка? Обстановочка здесь у нас очень даже приятная. Так, ну атакуем последних оставшихся. И все, в принципе. Так, здесь у нас левисов с
становится очень-очень мало. Здесь даже можно вот так вот сделать, попробовать. И вот так вот. Дайте, no fear in the sky. А, засали, ублюдки. Ну дайте поиграем чё. Ну тут мы вигильчиков вообще сносим просто. Ну и смотрим на само действо. Так, шикарно. Так, кто тут? 63-26. Но здесь наша степная знать сработает как надо, я в этом уверен. Ах, блин, легионеры у нас остались. Ладно, отходим. Так, не ожидал, что здесь последние легионерщики останутся. Ну и ладно. Ничего страшного. Так, смотрим за этой красотой. Как их сейчас перемалывать будут. Все отлично. Дракона. Обязательно дракончика пускаем. Так, ладно, по своим не херачить. А то сейчас опять я знаю Friendly Fire, блин, от своих и все в этом духе. Так, ну здесь уже с легионерами разобраться будет не проблема. Чух, все, давай, молодцы. Так, все, обратили мы в бегство всех этих ублюдочков. Лепс побежал. Ну-ка, давайте не допустим полного убега. Хорошо поработали, хорошо. Я вам доволен. Не, ну приятно же видеть, да, трупов легионеров по утрам. Всех мы завалили. 59, 72. И наемники целы. Ну, наемники-то нам, в принципе. Хотя нет, еще сгодятся. Нам же еще армию македонян добивать. Они нам там сгодятся. Смотрю, и трусские гоплиты уже получили свой опыт. Молодцы, размолотили всех. Ну и самое забавное, самое мне приятное, это, конечно же, легата убили. Так, ну вот такой вот у нас сегодня был жаркий довольно-таки денек, да, у нас с вами. Получили еще немного опыта, кто-то уже в золоте у нас тут в соболях. Ну, какие красивые места, да? Все, собственно говоря, дорога на Брундизи у нас теперь открыта. Поэтому штурмуем. Ребят, штурмуем Брундизи. Итак, как я вижу, ребята полностью разбиты. Ну и все, остальные мне уже угрозы особо не представляют. Так. А что сейчас делаем? Так, так, с золотой лыжкой, чувак. Нет, тогда я тебя попридержу. Так, здесь мы этого парня распускаем. Блин. Этого парня мы распускаем. А, так, она мне на что уже. Так, у нас понятно. Бабла мало. Ладно. Качаем солдата. Так. Он, этот у нас... Так, дальность снижена вдвое, понятно. Короче говоря, если я сейчас захвачу... Пойду захватывать Брундизи. А, ну вообще без проблем. Ну, тут, собственно говоря, как мы видим, и шанс теперь 99%. Ну, так, знаете что, все-таки давайте... Поддержим в осаде. Кстати, странно, а почему там...
У меня черепы, ну, как вот, череп не светится. Давайте объединим их, потому что я думаю, в режиме автобоя тут в любом случае тот помрет. Так, вот так вот давайте сделаем. Ура! Вилли Бнох! Так, все. Фу. Да. Да, твою мать, да. Потери всего лишь 6 человек, да? Шикарно. Это, мать твою, шикарно. Такс. Ну, все, Брунди... Ёп. Короны Бабай, а. Ну вот чё, вот где собака-то зарыта, оказывается, была. Так, 3500 у нас уже прибыли. Вот она, где у нас собака, оказывается, была зарыта. Так, ага. Полтаводцы, морской флот тут еще приходит у нас с вами. Так, а мы уже никого не сможем нанять, да? Не хватает денежек. Ну ладно, ждем еще ходик. Так, хотя, в принципе... Ну-ка. А, непорядки, да? Так, ну ладно, я пока пойду в Косынтию своим отрядом. Так, я думаю, тогда я, наверное, вот так вот сделаю. Так, пусть тут наши агенты помогают держать порядок. Ничего страшного, я думаю. Просто надо быть под контролем, чтобы все армии как бы были наготове, да? Потому что сейчас наверняка пойдут восстания. Вот таким макаром, да? Такс. Ну и да, в Косенте сейчас строим сразу диких лошадей, но сейчас они через ход уже построятся. И в Брундизе надо срочно что-то делать, а то у нас сейчас с пустыми площадками сейчас пойдут мусоры и все в этом духе. Конечно же, их надо перестраивать. Так, ну чё. Ребят, поздравляю вас и нас всех с вами с успешным, скажем так, захватом Центральной и Южной Италии, да, плюс еще мы половину Сицилии к себе прикрутили. Замечательная операция просто произошла, да, как мы помним, вот южный прорыв на Сиракузы, захват Косенти и Брундизия. Теперь можно на всю катушку развлекаться, друзья мои. Отлично. Я просто еще, знаете, не могу понять, что тут... Почему до сих пор Медиалан не взяли? Я думаю, когда немного еще встанем на ноги, я думаю, мы сделаем марш-бросок к Медиалану. И здесь мы его разграбим, короче говоря. А у нас как раз по заданию, по целям нам надо разграбить города, по-моему, да? Великая Мидия, блин, вторжение в Мидию, охереть, нет. Вторжение в Мидию, у нас уже вторая задача, не работает уже никак. Вести войну с Парфией. Вести войну с тремя греческими, с тремя фракциями этой культуры, да, греческая 6. Короче говоря, у нас вот так вот у нас сделано, так. Разграбить или разрушить не менее 35 разных поселений. Получить власть над 80 поселениями. Раз... 2, 3, 4, 5, 6. Да, короче говоря, над задачами военной победы я тут даже не знаю, как тут у нас с вами. Очень-очень долго еще тут делать. Так, стоп, а я смотрю, знаете что? А что у нас преобладание этой варварской-то культуры? Не особо велико. Греческая? Так, номадская 36,3, греческая 36,3. Нет, стоп, погодите. А, нет, номадская 36,3, греческая 44,9, латинская 13,9. Блин. Это не из-за того, что тут кто-то у нас почитатель этих... Римлян, точнее, этих греков.
Ну-ка, дай посмотрим. Твою мать, культурное влияние Карфагена плюс 2. Это что за нахер? Что за бред? Ну да, короче, культурная... культурную миссию мы уже не выполним никак, потому что здесь какой-то бред. У нас тут генерал, который очень любит карфагенян. Это, блин, прям... это прям что-то с чем-то, друзья мои. Ладно, собственно, делаем следующий ход. Не будем сейчас впустую говорить. Карфагена и так уже нету. А тут культурное влияние до сих пор. Ну что, Македония у нас в бадхёртном состоянии, да? Сиракузы они прокакали, профукали. Брундизи наш. Аравийский рядышком находится. Плюс еще и Бактрия давит. И варвары давят. Вообще все на них давят. Парфия что-то там тоже пытается брыкаться. Но здесь, смотрите, здесь такой нюанс. Опять же, как бы большие территории очень сложно контролировать. Да? Я надеюсь, что... Бактрия, она все-таки сможет контролировать свои тылы. Так, ну, кельтерберы все, они уже свой пыл остудили. Сейчас я смотрю, они только активно агентами начинают работать и все. Так, аравийские что-то разведают, никак пока на берег высовываться не хотят. О, добро, ребят, добро. Добро, конечно, ребят, торгуем даже вообще без проблем. Короче, мы здесь создаем свой блэкджек, скажем так. Это замечательно. Так, вот не пришли и ублюдочки, ну ничего. Ну сейчас мы захватим обратно Косынтию, это ничего страшного. Ну да, и трущобы, конечно, с вас... Ух, ё-моё, минус 14. Твою ж мать. Вот это ни хрена себе, да? Так, ну а тут уже наши подошли. Все, шикарно. Так, короче говоря... так, уничтожаем... Уничтожаем последствия, да, уничтожаем трущобы, и тут аккуратненько, конечно, надо сейчас быть с постройками, да. То есть сначала застраиваем, собственно говоря, трущобы, а потом вот будем думать, с чем именно застраивать. Так, я смотрю, римляне набрали последние войска, но они также голодают. Так, разлад в этих. Так, а что у нас тут? Откуп торговцев. Так, усиление. Ага. Ага. Так, насаждение культуры. Так, ну что, я думаю, пора, наверное, посылать агентов, да? Так, а какие тут насаждения культуры, да? Ага. Ну, что, дайте, да, Аристида. Пошлем уже за море. И пусть он тут разлад культуры делает. Вот так вот. Так, все, сейчас в Брундизи делаем дела свои. А то не, мне тут трущобы в моем государстве не нужны. Это такое, знаете, бы наследие говняное, блин, да, пришло от римлян. Ну ладно, если что, Брундизи охраняют Массилия, да, своей стыковой армии. Поэтому я насчет этого, конечно, не волнуюсь. Ничуть. Ну надо еще немного нарастить свои силы будет. Так, что-то Парфия как-то слишком долго ходит.
Что они там пытаются мне сделать, падлы? Так. Ага. Идут на север. Да, но проблема в том, что они здесь очень, конечно, хорошо окопались. Надо бы потом, после захвата Брундизи, что сделать? Надо отбить Аполлонию и там основать опять Эпир. Эпир у нас будет под нами. И как только мы освободим Эпир, это будет спусковым крючком, собственно говоря, к гибели всех этих долбанных эллинов. Так, ну сейчас голодание у нас должно пройти, по идее. Да. Отлично. Так, ну... С восстаниями мы сейчас закончим, в принципе. Ну чё, блин, они так и будут сейчас восста... Ага. Всё, значит, сейчас застраиваем, да? Так, ну давайте ещё, давайте... Давайте общественное здание здесь построим. Так, чё у нас тут? Общественный порядок плюс один, так. И давайте сразу священную рощу. Так, затем массово перестраиваем. Сиракузы у нас... Роща папайя пойдёт. А, блин, пищи минус 4. Так, тогда стоп. Тогда надо позаботиться в первую очередь сейчас о пище, да? Что нам больше всего дает пищу? Пищу нам дает больше всего лагерь кочевников. Ну, значит, строим его. Так, затем. Так, перестраиваем свое. Так, варварский город. Вот так вот. Чтоб у нас здесь был закон и порядок, да? Так, и конечно же, вот этих вот гадов бы нам добить еще осталось. Ну, ща мы это сделаем. Это, скорее всего, сделаем уже в следующей серии. С вами. Так, пока что побудем на море агентом. Все, пока что я здесь налажу дела свои, и тогда будем решать, что нам дальше тут делать. Так, ну я смотрю, уже недовольство поменьше стало, минус 11. А это самое главное. Так, все. С Геной мы торгуем. Что не может не радовать. Приток агентов кельтерберов, конечно, он не иссякает, но... Тем не менее, особой угрозы нам также не представляет. Так, кого тут еще прокачать? Давай. В мужество. Так, что-то македонцы пытают... Угу. Блин, вот карфакен долбанный. Так, значит, надо нам на сиракузском направлении попытаться усилить контингент. Блин, я же совсем забыл про карфаген у них. Блин, надо попробовать, чтобы, не знаю, пусть этруски пойдут туда. На карфаген. Потому что они нас сейчас так и будут терроризировать. То своим флотом, то армиями. Это не есть гуд. Так, этруски у нас просят право прохода, да? Я вкладываю меч в ножны, чтобы поговорить с тобой, как воин с воином. Так устроен мир, по крайней мере, для мужей. Ну, почему бы и нет, согласен. Проходите. Если это вам поможет в уничтожении наших общих врагов, то скифы всегда рады вас видеть, друзья. Ага, так, продолжает бадхёртить, короче говоря, римской армии, масилийский агент.
Ага, так, в Медиалан пришли. Ну ладно, как придут, так и уйдут, собственно говоря. Так, опять восстание Великой Греции, типа, неминуемо, но ничего, мы подождем. Так, в Брундизии варварский город наконец-то построен. Так, в Италии избыток населения, враг отступает, Анаклет. Ага. Так, Рим там что-то отравление колодцев пытался сделать, но это лишь попытка была. Так, собственно, что нам еще тут надо перестроить? Ладно, ждем лагеря кочевников, когда он перестроится у нас. Затем. Так, стоп, а я не вижу в Касентии-то. Блин, а что, так и не построили, что... Ой, блин. Так, в Касентии так и не построили, да? Ага. Так, ну что, туда в Брундизии тогда перестроим? Давайте тогда, да, в Брундизии сделаем найм лошадей. Тогда в этом случае. Так, здесь у нас еще... Угу, бронза. Защита войск, так, атака. Да он, в принципе, нам, наверное, Горн-то нафиг не нужен, по большему-то счету. Так, дает гарнизон, ювелирная мастерская. Не, это нам все нафиг не надо. Так, тогда разрушаем. Так, здесь еще перестраиваем. Так, лодочная мастерская. Еще доход тут по 3 месяца производства 140. Так, штурмовые юноши. Так. Средний штурмовой налетчик. Так, еще у нас еще пища плюс 8. Так, эдикт от морской торговли. Вот это тоже было бы неплохо сделать. Так, ну я думаю... В принципе, ладно, какой тут нафиг у скифов флот? Черту флот, перестраиваем под себя. Так, в Брундизии то же самое. Просто порт. Так, ну и здесь что у нас? Боеприпасы первого уровня, максимальный боезапас плюс 10. О! Слушайте. Вот я думаю, мастерскую плотника здесь было бы построить как раз неплохо. Так, оружие первого уровня, ага. Боеприпасы первого уровня, максимальный боезапас, урон стрелковых отрядов, да. Как раз построим мастерскую плотника в Касентии, я думаю, это будет неплохой вариант. Очень даже неплохой вариант, я думаю. Так, ну и, собственно говоря, Рим готов к расширению, это хорошо. Вон, построим еще... Еще одну пехотку тут. Так, ну и в принципе, пока что копаемся, да, и смотрим за результатами. Так, скоро у нас здесь все глобально перестроится, да, скоро мы пополним здесь боезапас. У нас будет здесь еще боезапас на 10% больше. Что good, что вполне good. И когда мы здесь освоимся, да, на новой земле, тогда мы, во-первых... Армии с Сиракуз пойдем на Карфаген, здесь выбьем Македонию, ну и, собственно говоря, Карфаген сделаем нашим. Хотя, слушайте, можно освободить Карфаген, слушайте, я, наверное, так и сделаю. Мне-то, в принципе, сейчас в Африку-то особого толку я не вижу идти. Я сейчас хочу все свои силы сосредоточить на... Вместе Эллином. Поэтому да, сделаем так. Карфаген я освобождаю, Карфаген будет нашим союзником. Хотя, с другой стороны, давайте посмотрим. Ну, да, все африканцы нам приходятся врагами. Да, кроме Массисилов. Ну, Массисилы у нас нейтральны. Так, остальные это все кельтельберы, да? Вся Африка у нас под конфедерацией кельтельберов. И я хрен его знает, какие у нас здесь с ними, блин, отношения, какие здесь у них войска. Да, поэтому пусть тогда с ними будет разбираться новообразованная
Карфагенская империя, да? Предполагаемая. Потом, здесь мы, как только мы окрепимся, мы уничтожим вот эти две полуживые армии. Освободим Аполлонию, сделаем Эпир. И сделаем такой поход, да, грабительский по территориям, собственно говоря, эллинов. Тем самым мы подорвем их власть. Вот такие дела на данный момент. Ух-ух-ух, ребят. Смотрите, мне это не нравится. Чё-то как-то, блин, парфяне пошли резать. Это мне отнюдь не нравится. Смотрите, что тут опять творится. Блин, ну и надо, короче говоря, так выйти, короче, на Бактрию и помочь ей против Парфи. А то, смотрите, эти недобитки опять пытаются вернуть свое былое влияние. Поэтому держим ухо востро. Ладно, всем спасибо за просмотр. Это была и очень интересная и насыщенная на события серии. Всем пока, до скорых встреч, увидимся.